Здравствуйте, меня зовут Игорь Попов. Я представитель студии Games Voice в Саратове, и у меня есть... Отличная новость для русскоязычных фанатов игры Borderlands 2! Скоро для вас выйдет русская озвучка! Мы работаем упорно над этим каждый день! Не покладая рук и ног и головы, и не закрывая наших ртов! Сдохни уже! Сдохни уже! Давай, дубль 8. Какая прелесть! Ты попался в ловушку. Смерть приближается. Так, надо найти положение. Все. Давай дальше пишем. Какая прелесть. Ты попался в ловушку. Мы учтем все ваши пожелания, все советы. Мы сами проходили эту игру не раз, и она нам очень нравится. И мы прекрасно понимаем, что в жарких перестрелках прочесть все титры невозможно, а на слух... Беглая английская речь далеко, ну, не каждый сможет ее воспринять, поэтому мы знаем, что когда будет готова русская озвучка, вы сможете перепройти эту игру еще раз и вполне насладиться каждым ее мгновением. Мы запустили пробный ролик в интернет и решили изучить обратную связь, и мы увидели, что вы заинтересованы в русской озвучке. Я буду пить! Иди сюда, я тебе глазик высосу! К тому же нас подгоняет такой немаловажный факт, как выход Borderlands Pre-Sequel, который стоит на очереди по озвучке, как вы сами понимаете. Я сам по профессии актер, и мне нравится творчество, и нравится примерять на себя разные образы, существовать в них и пробовать какие-то голоса. Давай, 3, 2, 1, поехали! Я пахну вкусно! Я пахну вкусно! Игра Borderlands 2 содержит более 40 тысяч аудиофайлов. Это огромный труд, огромный объем работ, который мы делаем и который нам предстоит еще совершить. Мы понимаем, что кто-то может безвозмездно поучаствовать в проекте, но, как правило, профессиональные актеры, которые хорошо владеют голосом, которые имеют опыт озвучивания в студиях, они за это берут деньги. И, соответственно, мы не можем полноценно озвучить игру и сделать это быстро, без финансовых средств. Поэтому мы открываем краудфандинговую кампанию и просим всех неравнодушных, кому хочется поддержать наш проект, поучаствовать в этом. Ты злодей, а я герой, черт бы тебя подрал! Вы можете поддержать наш проект по указанным в ролике реквизитам. И все эти вопросы в комментариях, которые вы пишете, когда будет озвучка, где ее можно будет скачать, когда можно будет поиграть в русскую версию, все это обязательно появится вскоре. Информация об этом будет доступна в группе Games Voice ВКонтакте, так что следите за обновлениями. Да, давай еще разок. Еще. Побольше. Угу. Вот, так, потрясись назад, пойдем. Вот, неплохо. Для того, чтобы правильно озвучить персонажа, нужно понять зерно его характера, зазерниться, как это говорят профессионалы. Взять, например, того же красавчика Джека. Так, финальный монолог Джека, дубль 3. Я ведь хотел спасти планету! И восстановить порядок! Давай еще раз, продолжай. Или этого эмоционального Торга. Или того же Клэптрэпа, которого весьма сложно озвучивать. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Будем стараться улучшать. Чем не зашкаливает. Нет, нормально. Так, давай еще разок. Отлично. Дорогие друзья, прошу вас, если вы неравнодушны к нашему проекту, если вы ждете выхода этой нашей русской озвучки, то вы можете поддержать посильным вкладом наши старания. До встречи через месяц. Сдохни, тварь! Да сдохни ты, наконец! Ты похож на Ельцина. Сдохни, наконец!